Сегодня ночью актер Станислав Садальский был госпитализирован в Москве. Ночью на скорой его увезли в больницу с кровотечением. Причиной могли стать разжижающие кровь препараты. Сам Садальский сообщал, что на его состояние повлияли стресс из-за смерти друзей и переживания. Сегодня заслуженный артист РСФСР должен был лететь в Мурманск. Спустя час артист скончался. Врачи выясняют причину смерти. Станислав Садальский – харизматичный актер театра и кино, получивший широкую известность благодаря роли карманника кирпича в фильме «Место встречи изменить нельзя». Скандальные высказывания актера, очень много знающего об изнанке шоу-бизнеса, вызывают бурную реакцию. Многие осуждают актера за резкость и беспардонность по отношению к коллегам. Но Садальский всегда отличался смелостью и принципиальной гражданской позицией, поэтому он не стеснялся озвучивать свою точку зрения, даже если она идет вразрез с мнением большинства. Друзья, давайте поставим палец вверх под видео в знак памяти заслуженного артиста. Здоровья вам и вашим близким!